Это война, ребята, на меня напали, посмотрите. Он уничтожает машины, мои зомби, мои эти подсолнухи. Да что ж такое, сколько их здесь будет, этих злых зомбиков. Да я... А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в растения против зомби, дорогие друзья. Ну что ж, погнали. Так, мы в прошлый раз с вами открыли вот этот чесночок, который прогоняет зомби на другую линию. Но, в принципе, это мне, я думаю, и не пригодится. Ну, в общем, посмотрим-то. Так, ребятки, и что ж, пришло время, наверное, мы не будем брать горохострел здесь, на этом уровне, потому что он здесь, в принципе, неэффективен, так как... Здесь идет у нас наклон, так что мы возьмем вот это, вот это, вот это. Вот это обязательно. И, наверное, давайте возьмем на всякий случай чеснок, я не знаю. Пускай уже будет, раз так уж поехали. Так, ну что ж, погнали, ребятки. Внимание, сажай. Так, ну что ж, ребятки, все, я начал сажать свои растения. Пускай они выращивают солнышки для того, чтобы я смог опять вырастить себе этого растения новое. Вот, вот этот подсолнух, пускай их надо засадить много, чтобы было. Потому что это нужно нам, ребятки, выстраивать оборону. Вот уже зомбики пришли. Мне говорят, что пришли зомбики. Вот он идет, ребятки, я уже его вижу. Так, ну что ж, давайте, собственно, его, наверное, и прибьем. Так, а прибивать мы его будем чем-то. Дайте мне, наверное, солнышко. Хоть поставим сюда что-то, давайте. Пускай вот эта штука его прибьет. Так, давайте, погнали дальше. Так, 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 так. Выстраиваем нашу линию обороны, ребятки. Как следует. И продолжаем играть нашу замечательную игру. Так, ага. Вижу по правому флангу, по третьему ряду идет зомбик. Но ничего страшного, мы его уничтожим сейчас. Сейчас мы его быстренько приберем, ребятки. Так, 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 так. Давайте поставим сюда тыкву вот эту. Так. Или кабачок такой злой. Кто это такой, я так и не понял до сих пор. Так, вижу по правому флангу, ребятки, наступают опять зомбики. Что, давайте, собственно, наверное, начнем уже с вами действовать как-то серьезней. Более серьезней, ребята, потому что это уже не шутки. Шутить мы с вами сюда пришли. Так, пускай уже будет вот эта штука. Вот это, вот это. И вот это, наверное. Все, отличненько, ребятки. Так, ну что ж, пока мы выстраиваем свою, ребятки, линию обороны. Так, нам нужно переместить вот этого зомбика чесноком, что ли. Или мы его лучше прибьем, да и все. И чем мы будем мучиться-то, верно, ребят? Мозги. Так, для того, чтобы его прибить, нам нужен кабачок, ребята. А когда он созреет? Давай быстрее, а то мой зомби-горшок съест. Еще давай. Мой горшок съел. Съел мой горшок, ребята. Ну ничего, мы купим другой горшок. Обязательно купим другой горшок, ребятки. Так что не стоит волноваться. Так, все, кукурузу сюда покупаем. Так, отличненько. Ну, вроде бы, ребятки, все идет по плану. Мы настраиваем нашу линию обороны так, как надо, я считаю. Так что не стоит об этом, ребятки, беспокоиться. Так, ну что ж, давайте вот этот еще поставим сюда. И, наверное, сейчас нужно будет купить горшочек, чтобы поставить сюда орех. Все, эта линия обороны, ребятки, по правому флангу уже будет обработана и довольно-таки закреплена за нами. Так, сюда такую штуку поставим мы. Сюда такую. Так, сюда такую. Так, отлично, ребят. Ну что ж, посмотрите, наша линия обороны довольно-таки... Это не сложная игра. Самое главное, ребятки, продумать, как здесь правильно нужно играть. И тогда все легко, ребятки, играется. Ничего сложного в этой игре нет. Такого прям сверхъестественного. Все играемо, все играбельно. И отлично исполняется со всех сторон. Как кукурузой, так и капустой. Так, ну что ж, ребятки, давайте с вами поставим где-то линию обороны. Так, сейчас будет волна зомби, ребятки. Мне надо настроить линию обороны. Что мы, собственно, с вами сейчас и сделаем. Так, ну что ж, давайте купим за денежку все штуки. Так, ребятки, приближается большая волна зомби. Меня
предупреждает компьютер. Так, ну а мне теперь тем временем, ребята, надо вот здесь вот закрыть путь от зомбиков, чтобы они к нам уже не шли. Давайте еще один орешек, пока пускай заряжается, мы поставим туда тыковку. Ну и вроде бы, ребятки, все. Мы с вами также можем, наверное, набрать солнышек и заказать бомбу. Ага, он едет нам на тракторе, ребята. Что это такое за машина, которая чистит все? Надо ее уничтожить. Я не хочу, чтобы она ехала на мой путь. Я хочу убить эту машину. Я поставлю сюда бомбу. Все, отлично. Мы бомбой, ребятки, уничтожили этот автомобиль злосчастный, который пытался нас убить. И тем временем мы, ребятки, продолжаем играть нашу замечательную игрушку. И продолжаем дальше играть. Так, отлично, отлично. Все идет пока по плану. Так что, ну, ребятки, у нас оборона просто супер. Посмотрите, как мы ее выстроили. У нас есть солнышки, которые вырабатывают нам энергию. Подсолнухи, то есть. У нас есть, ребятки, катапульты. Это капустострелы и эти, ребятки, скажите, кукурузастрелы. И также у нас линия, ребятки, защищена с правого фланга всеми орехами и тыквами. Так что, ребятки, все, в принципе, бой пошел. А все остальное не важно, ребят. Мы можем вот поставить эту штуку и взорвать вишенку еще, чтобы... Все, ребятки, чтобы эти два зомбика уже на Верочку к нам не дошли и не пришли. Ага, вижу, вижу, вижу. Ого, ребята, посмотрите, он выбивает моих этих. Вы видели, куда он стреляет? Он выбил у меня подсолнух. Ах ты такой гад нехороший. Ах ты такой нехороший. Это все, мы его уничтожили, мы его, ребятки, подорвали. Это просто круто, просто замечательно. Так, ну что ж, поехали. Так, 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 ребята, подождите. Дайте мне немножко расчехлиться, потому что я уже забыл, что к чему, что куда. Так, сюда давайте поставим орех. Это от последней волны зомби, чтобы последняя волна зомби не щадить никого, ребятки. Так, этот зомбик сейчас уже умрет, ребята. Так, у меня есть 1000 монет, но не на что их потратить, ребята. Вы представляете, когда такое было? Так, последняя волна, ребятки, приближается, меня предупреждают. Ой, ребята, а что только один зомбик? Я же мог кучу уничтожить. Да что ж такое? Вау, вот эта война, ребята, на меня напали. Посмотрите, он уничтожает машиной мои зомби, мои эти подсолнухи. Да что ж такое, сколько их здесь будет, этих злых зомбиков? Да я не понимаю, что ж такое, а? Давайте как-то их, я не знаю, отстреливать, что ли. Я не знаю, что делать. Помогите, 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 помогите. Они хавают мою землю, ребята. Они хавают мой огород, мою крышу. Все, ребятки, мы его уничтожили. И таким образом мы с вами прошли этот уровень. И это просто круто, дорогие друзья. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что мы с вами подобрали, ребятки. А подобрали мы с вами, ребят, вы получили новое растение. Защищает ближайшее растение от катапульты и зомби на тарзанках. Да нет, это такое, что мне не особо пригодится, так как я умею выравнивать... По всему периметру, по всему флангу я умею выставлять правильно растения. И тем более, я думаю, что это бесполезная вещь вообще. Ну, чеснок мне точно не пригодился. А насчет вот этой штуки, пускай будет все-таки, ладно, посмотрим, что это такое. Ну что ж, ребята, на старт, внимание, сажай! Так, отличненько, погнали, ребятки, сажать наши растения, которые хотят уже расти и вырасти большими. Так, сейчас уже зомбики, ребятки, пойдут. Я так думаю. И нам надо выстраивать нашу линию обороны. Если мы все правильно сделаем... О, ребята, в этом уровне аж 3 волны зомби, представляете? 3 волны зомби — это довольно-таки много, как бы, потому что... в прошлом уровне, ребятки, у нас было 2 волны зомби, а в этом аж 3. Это довольно-таки много, потому что... Ну, много и все. Так, ребята, мозги, идут зомбики. Я вижу уже, конечно же, это. И сейчас начну уже предпринимать какие-то меры по их истреблению. Так, 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 вижу, вижу, вижу. Давайте, 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 все, давайте рассадим. Все так красивенько, пускай у нас будет. А там дальше будем смотреть, как мы будем рассаживать наш
огород, ой, наш огород, наш этот, нашу крышу дальше. Так, ну что ж, ребятки, отлично все, вроде бы, пока у нас садится, и это просто супер, я считаю. Так, вот этого зомбика мы сейчас уничтожим. Вот так, идет еще по правому флангу третий зомб, вижу. Давайте сейчас его тоже убьем, только давайте сначала выстроим все-таки нашу экономику. Так, давайте пока сюда капуста стрел, пускай в него начинает стрелять. Так, а здесь мы... Ой, вишенку чуть не посадил. Так, вот этот, вот этот. Ну что ж, ребятки, давайте вот так вот сделаем, вот так вот и вот так вот так. Ну что ж, в принципе, уже неплохо. Мозги. Так. Отлично, отлично, отлично. Так, садим вот этого здесь. Отличненько. Так, теперь ставим кукурузострела здесь. Садим здесь горшок для того, чтобы, ребятки, купить орех и спрятать наших зомбиков. Я так думаю. Или сначала вот такую штуку купить. Мозги. А потом уже, ребятки, покупать. Мозги. Вот такую штуку. Ну, орешек можно было, орешек подождет, ладно. Так, ребятки, ну что ж, давайте посадим здесь кукурузку. Ну что, ребята, посмотрите, у нас все как всегда, фланг ровный, в принципе, все высажено у нас. Так что нам осталось только рассадить все по флангу, чтобы было, и все, и тогда будет все красивенько и чистенько, ребятки. Мозги. Так, мозги мозгами, это, конечно же, ребятки, хорошо, это, конечно же, замечательно, я хочу вам сказать. Но стоит отметить, ребятки, и тот факт, что... зомбики-то идут, они-то, ребятки, не сдаются, а мы можем проиграть. Так. Так, ну, вроде бы все идет пока так, как надо, ребят. Где-то, может, я что-то пропустил. Вы мне потом в комментариях напишите, что я не так сделал. Или что я неправильно делаю, ребятки. И мы обязательно с вами это разберем. Я не там посадил орех, ребята. Быстрей, быстрей, кабачок садись здесь. Пускай убивает его, все. Отлично, так. Сюда, 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 сюда. Угу. Я не там посадил орех, ребятки. Я здесь хотел посадить этого. Капуста стрела. Так, приближается волна, я вижу. Почему я и пересаживаю растения, ребятки? Потому что капустострелы мне важнее намного, чем обычные орешки. Теперь можно устраивать орехами все. О, ребятки, пошла война. Пошла жара, ребята. Пошла, поехала, родная. Так, отлично. Так, сюда вот такого места орешка, ребятки, посадим пока. Пускай сидит такой чувачок. Так, а сюда, ребятки, мы сейчас с вами что-нибудь придумаем новое. Так, сюда вот сейчас мы что-нибудь посадим. Давайте такую штуку посадим, что ли. Пускай сидит. Так, 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 так. Там зомби перелез и начал хавать мою капусту. Да как так-то, а? Съел, давайте его убьем. Да что ж такое-то? Туда надо капусту посадить срочно. Все, ребятки, капуста там у нас. Отличненько. Так, сюда орех обязательно, ребятки. Чтобы защищал у нас левый фланг от этих злых и нехороших зомбиков, дорогие друзья. Ну, а я хочу, ребятки, вам пожелать успехов. Ну что ж, давай, 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 давай. Дорогие подписчики, если вы еще не подписались на мой канал, или каким-то образом не подписаны, или каким-то образом не смотрите мои видосики, рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы все разрулить, и, ребятка, все, короче, будет круто. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, вы супер крутые. Так, давай сюда, наверное, орех поставим, потому что у нас там забрали. Ну что ж, ребята, сейчас будет вторая волна зомби. Посмотрим на ее, в принципе, ход. Как она будет вообще идти. Как она будет вообще идти. Эй, ребятки, у меня забрали этого. Подсолнуха, ну ничего. Мы его заберем сейчас с вами назад. И с легкостью разрулим ситуацию. Опять где-то, ага, вон он, ага, ему не дали. Ему растение не дало, ребятки, забрать. Вы представляете, ему растение не дало забрать.
Ну что ж, дорогие друзья, посмотрите, как мы круто выигрываем у них. Сейчас будет вторая волна, посмотрим, как мы ее сможем, ребятки, отбить. Так, вот нас предупреждают про вторую волну, ребята. Так что готовимся, в принципе. Я готов, если что. Так, я, если что, готов, ребята. Так, кукуруза, стрелы у меня забрали, да, я так понял? Или сейчас заберут, что-то непонятное такое. Так, здесь от катапульта спасет она меня или нет? Ага, нет, не спасет. Понял, значит, я ставлю здесь бомбу-вишенку, ребята. Все, одного мы уничтожили. Так, осталось уничтожить второго. А чтобы уничтожить второго, ребятки, нам надо поставить, наверное, вот такую штуку и вот такую. Все. Отлично, ребята, мы его уничтожили, этот автомобиль злосчастный. И нам осталось только уничтожать вот этих злых и нехороших зомбиков, дорогие друзья. А так у нас идет все, ребятки, по плану. Отлично, просто круто. Так, 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 так. Стой, 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 стой. Ребята, а что это такое? Что это он опять пытается, что ли, напасть на меня? Да нет, я такого больше не допущу. Мы туда поставим еще одно. Вы меня забрал, ребятки. Растение выбил. Это никто не видит. Все, он взорвался, ребята. Этот тупо хавает зомбик моего этого, ребятки. Защитника. На, получи тебе тыкву. Пускай она тебя раздавит. В чем проблема? Так, едем дальше, дорогие друзья. Погнали, 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 погнали. Так, а дальше, ребятки, у нас что происходит? У нас происходит следующее. Нам надо поставить, наверное, вишенку, чтобы, наверное, не проиграть. Все, отлично. Это, ребятки, три зомбика уничтожены. Это уже дает мне хоть какие-то шансы на победу, пусть и небольшие, но все же дает, ребят. Так, отлично, 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 отлично. Там мы стреляем, там мы стреляем, там мы стреляем. Так, сюда этого поставим, давайте. Сюда подставим, давайте подсуну. Потому что, ребятки, сейчас третья волна будет. Мне не за что нужно будет покупать капустострелы, горохострелы и все вот такое, ребята. Так что давайте, собственно, с вами займемся этими делами. Погнали. Так, так, вот этого сюда, наверное, давайте посадим. Я уже сажаю все, ребятки, растения непонятно как, потому что, в принципе, и так понятно, что мы, ребятки, победим. Даже если будет третья волна, мы все равно выиграем. Это я уверен в этом, ребятки. Я уверен в этом, потому что, ну, уверен и все. Так, ну что ж, ребятки, все идет вроде по плану. Все идет отлично. Так, сюда садим. Все идет круто. Так, сейчас будет третья волна, ребятки, мне кажется. И последняя она будет. Да, ребятки, приближается большая волна зомбиков. И это последняя волна, ребят. Третья волна, это последняя волна. Все, да, ребятки, последняя волна, мы видим, идет. Так, ребятки, ого, скольких мы зомбиков убили, вы видели? Мы сразу убили очень огромное количество зомбиков, ребята. Очень большое. Просто супер, супер какое большое. Ого, ребятки, отлично, круто. И мы с вами прошли этот уровень настолько быстро, круто. И получили с вами, что же мы с вами получили, ребят? Давайте, собственно, на это и посмотрим. А получили мы с вами, так, дает вам серебряные и золотые монеты. Золотая ромашка, ребятки. Ну, золотая ромашка прикольно. Дает нам монеты. Золотые и серебряные. Посмотрим, как она их будет давать, ребятки. Но смотреть мы будем, как она их дает, ребятки, уже в следующем эпизоде. Так как этот, ребятки, эпизод подошел к концу, вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Подпишитесь обязательно на мой канал. Поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Пока-пока, ребятки.